Забывчивый ректор в Днепре фигурантом уголовного дела стал глава одного из местных университетов. Что он не указал в своей декларации и сколько ему теперь за это светит, расскажут наши корреспонденты. Гол как сокол. Так активисты говорят о ректоре Государственного химико-технологического университета Александре Пивоварове. Показывают его декларации за 2016 год. В ней пустые строки о доходах и сбережениях. Но, как ни странно, ученый указал, что в конце года стал владельцем загородного дома в 1500 квадратных метров, квартиры и автомобиля. Земельный участок и квартира у них появляются у его семьи под Новый год. То есть 31.12.2016 они неким образом у них образуются, наверное, Дед Мороз подарил. По всем остальным моментам его декларации, то есть там банально пропуски стоят. Поэтому говорить о примере ректора для остальных сотрудников нельзя. Теперь бедным ректором заинтересовались соответствующие органы, а точнее его доходами. Открыто уголовное производство. Пивоварову грозит немалый штраф, общественные работы или тюремный срок. Инкриминируют статью 366, позначка 1 Криминального кодекса Украины. В соответствии с какой? Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 42 500 до 51 000 гривен или общественные работы от 150 до 240 часов или лишение свободы до 2 лет. Сейчас длится досудебное расследование. Правоохранители уже затребовали в пенсионном фонде информацию о выплатах Александру Пивоварову. Ведь согласно документам, ректор с 2007 года на пенсии. Говорить о заработках сам Пивоваров согласился неохотно. Говорит, что доходы у него скромные, зарплата чуть больше 14 тысяч гривен, а пенсия и того меньше, даже не достигает 5. Уверяет, скрывать ему нечего, а в декларации не указал суммы из-за спешки. Появился ключ от моего личного кабинета декларационного. Это уже было 20 марта. 21 марта я улетал в Китай на очень большую конференцию. Но после того, как я приехал, я дважды обращался в НАБУ в отношении того, чтобы исправить это все. И мне нечего скрывать. В графе о недвижимости якобы тоже допустил ошибку. Рассказывает, что владеет квадратными метрами больше 20 лет. Автомобиль помогли приобрести дети, а сбережений на самом деле нет. Готов все объяснить в суде. Вот только дойдет ли дело до него? Вопрос открытый. Привлечь к ответственности за ложь в декларации пытались уже ни одного чиновника и даже нардепов. Но пока дальше административных штрафов дело не пошло. Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности. Телеканал Интер из Днепра.